хочу. Все славно, славно, спокойно, славно. Украина. Александр. Гойда. Скажите, а где я? Товарищ, вы в клинике доктора Хауса. А какого всего? Шестой. Да, все еще лучше, чем на фронте. Тут хотя бы город. Скажи тому фурифанату, сожалею, я ничем вам не могу помочь. Последний вопрос. Про кого же этот рассказ? Я смотрю, у вас шапочку из фольги снимать не собираетесь. Раскофе. Пропиши бутылочный пегинг до и после еды. Будите бета-анализ, на мой взгляд, не знаю, в биолаборатории был украинский пакет. А кто это у нас здесь новенький, а? Вот, техноблогер. Вчера фильм смотрела, там героиня буквально я. Ага, ага, а она что? Как его там? Four Things. Как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону. Блять, я сказал беззвучно. И на балконе возникла таинственная фигура, облитая дерьмом в комментах. И пригрозила Зилу пальцем. Да ёб твою. Привет, я подсяду, спасибо. А как это я только что был тут, и вот я уже там? Так монтаж же. Может этого быть. Ни монтажа, ни русских нет на самом деле. Кому-кому, но не вам об этом говорить. Умер! Рип, rest in peace! Он появился. Кто там у вас появился? Уолл! Сейчас, я кончу. И вот так появился этот злоебучий мем. Так значит вы... Так значит вы... Кто же он наконец такой? Сатана. Шучу. Я мастер. Грандмастер. Фломастер. Высофистер. Я бубль. Я монтировал видосы. Встретил девушку. Влюбился. А потом ушел с Ютуба. Сижу теперь, как сами понимаете, в дурдоме. Из плюсов. За коммуналку платить не надо. Много свободного времени. Стань габльш. Вот, немецкий по Дуолинго выучил. Гитлер от нихц фальш гемахт. Вы немец? Не, русский. Моя кровь от отца. Только не спрашивайте, кто по маме. А из минусов... Последнее, что я помню. Полоска света из передней. Вот и плася света. Мой кот Пуся. Это были его последние слова в моей жизни. Хочется однажды позвонить ему и сказать: завтра утром я буду с тобой. Так позвоните же. Позвонить коту? Алло, кот! Говорит сумасшедший, который лично был на балконе у твоей мамы. Ты опять выходишь на связь, могила. Что? Вы шутите, друг мой. Так меня еще не скоро выпустят отсюда. Безобразие! И все эти мучения из-за нее. Кого? Женщины! Опять весь замут из-за женщины, я прав? Голубчик, полбеды, что она женщина. Так я еще ее и выдумал. Ну привет, Додик. Я не понимаю, о чем. Все ты понимаешь. Этот Питар выдумал меня. Я даже шепотом говорю, чтобы он не услышал и не стер меня из своего больного воображения. Я не понимаю, о чем. Я боюсь. Не хочу, чтобы я однажды проснулась утром, а меня нет. Так, вас не существует. Уходите. Дебил, блядь, тебя тоже не существует. Ты этого до сих пор не понял. Я не понимаю. Так и его тульпа, блядь, как и я. О, круто, значит, на работу завтра можно не выходить. Охуя! Я сейчас очень зла. Из-за того, что я воображаемая, я ни с кем не могу потрахаться. Так это, если мы оба воображаемые, то... Ну. Бля, реально. Так стало быть, и меня тоже не существует. Кому-кому, но не вам об этом говорить. Вы же мыслите, все толкуете о том, что вас нет. Тут Декартом быть не надо. А вот и мой старый персонаж. Не, вы мне маргиналом внимания не отвлекайте. Вы мне лучше расскажите про нее. Да потому что она наконец такая. Рандомная Тян с Тверской. Я был уверен, нас столкнула сама судьба. И что созданы мы друг для друга навек. Чего не сделаешь ради друга? Ничего не понимаю. Вы не могли нафантазировать девушку менее шлюху, менее ветреную? Вот такая вот фантазия. Видимо, мое подсознание приказало мне страдать. Страданием может быть что угодно. Сознание не существует. Я решил проблему. Проблема в другом. Я не успел сделать свою рубрику Аников.
Нуждики. Заходит чекист в нехорошую квартиру. Видит примус. Ну и сгорел нахуй. Приходит Иисус к Понтию Пилату и говорит: «Let my people go». Не понял юмора. Ну типа, я не тот сюжет из Библии процитировал. Это из Ветхого Завета. Я Ветхий Завет не читал. Боюсь, что когда возьму его в руки, он развалится. Не понял юмора. Поп, ты живешь в СССР 30-х. Лучшее в мире образование. Самое вкусное мороженое. Экономика страны растет. И в конце всех раскулачивают. Вы вот всеми этими смехуёчками пытаетесь отвлечься от глубокой душевной боли. Ну так, я ж душевно больная. Дело в том, что вчера еще я делал монтажи по зеленому сланику. Вы Линджойкин. Да куда там? У меня таких просмотров никогда не будет. Я отказался от них, как и вообще от всего в жизни, чтобы выдать политическое высказывание, используя самый подходящий для этого фильм. Ничего не понимаю. Вы не могли использовать другую классику русского кино? Какую? Дяденька, отпустите меня, пожалуйста. Это исключено. Вчера, чувствую, изволили пить. За водкой портвейн, не так ли? Пей. Что это? Я не буду. Пей. Итак, за роль моей королевы, чего вы желаете? Я в туалет хочу. И вот, как видите, та-да-да-да-дам, жених приехал. И вот он вернулся сюда. Мне казалось, что грузинцы не Россия. Еще не ясно, что быстрее свело бы меня с ума. Слоник или груз. Спасибо, хоть до секса с Башировым не дошли. Это можно. Не, можно без этого? Вы мне лучше расскажите про сумасшедшего немца. Да кто же он наконец такой? Вы что, не узнали штурмбанфюрера из «Бесславных ублюдков»? Это он заставляет меня монтировать дальше. А я просто хочу женского тепла. Ничего не понимаю. Какая-то миниатюра, три куколды переглядываются. Так четыре же. Ну я-то не по своей воле, я плод вашей больной фантазии. Но раз уж я здесь, я помочь вам должен, ну, понять, чего вы на самом деле хотите. Может сдохнуть, чтобы она поняла, кого потеряла. А я ни разу не была на поминках до этого дня. Так она что же умрет? Она ведь в вашей голове. Смерть автора еще не смерть для персонажа. Зато жизни для нее в этом и правда нету. Манго всегда был горячим, однако верил, что без головы автора жизнь в персонаже прекращается, и он уходит в небытие навсегда. Какая глупая женщина. А женщина – самая упрямая в мире вещь. Все эти женщины стоят одна другой. Но это у вас уже откровенно сексизм пошел. Этот немец вам пытается доказать, что вообще все женщины такие, а не только выдуманные вами. И что же прикажете делать? Все просто. Немцев не слушать. Ну как же, он не отстанет, пока не получит свой чертов монтаж. А мы возьмем и сделаем свой. Вы же хотели политическое высказывание? Сейчас мы с вами такое забабахаем. Валяю, расскажите. В общем, замес такой. Пригожин не умирает. Его сознание переселяется в мозг Михаила Светова, который организовывает клуб поддержку правильного президента. В это же самое время Арестович возвращается из Европы, окончательно сменив пол. И захватывает власть. Ну, скажем, в Ростове. Этим не привыкать. Отряд наших мальчиков отправляется туда, чтобы ликвидировать Люсеньку и его. И ее. Армию одержимых ватников. Вы отправитесь в очень плохое место и погибнете при исполнении. Звучит по-либертариански. Надо бы еще девочек из Карамалданцев добавить. Зачем? Ну, надо. В итоге всех героев убивают. Но Светов перед смертью отправляет в прошлое книги о Гарри Поттере. Леша читает их в детстве вместо Стругацких и в результате строит прекрасный Хогвартс будущего на всей планете Земля. Что? Все хуйня? Давай по новой, Миша? Не, вы уже попробовали, и будет с вас. Как мне досадно, что опять придется монтировать Слоника. Хотите сказать, что он победил? Ну а что, нет? А может его это, ну, его надо убить немедленно. Скажи Алфи Дерзен своим нацистским яйцам. Это убивший дьявол! Не поможет. Воскресят в сиквеле. Говорил же, даже смерть автора не убьет персонажа. Сколько? А что, если я вас сделаю героиней своего монтажа? Боже упаси. Вам нужен психотерапевт. Хороший? И теперь все равно. Бесплатный. Ну, это главное. Что кровь, что вино. Я пока здесь лежал, знаете ли, очень много боли. Иногда мы влюбляемся не в настоящего человека, а в какой-то образ, который мы сами себе придумали.
Нам бывает страшно остаться одному, и тогда мы выбираем любить этот образ, чтобы не чувствовать себя одиноким. Друг мой, с такой моралью вам бы домашки в КВН не заканчивать. Спасибо. Теперь я знаю, как закончить свой монтаж. Покорять историю, двигать. Слышите? Армиями водить миллионы. Вот то. Шумит и гроза. Сексуальное чувство, которое мною движет. Это меня нынешний интернет зовет. Мне пора. Вашим авторам, к сожалению, больше быть не могу. Поэтому запираю вас в дурдоме. Прощайте. Как успехи с Дуолинго? А с монтажом? Вот уже 30 с лишним лет он говорит всегда одно и то же, что у него плохая должность. И кто спиздил 5 бутылок водки? Это не из того фильма. А, тогда просто, что у него плохая должность. Так он говорит всегда, когда не спит. А когда спит, то видит всегда одно и то же. Парад. И хочет пойти на него с арестантом Пахомовым. Потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда. Теперь вы можете закончить свой монтаж одной фразы. Свободен. Не слышу. Свободен. А? Блять, ты свободен. Он ждет тебя, заебал. Забавно, как фильм, в основе которого антимилитаристский посыл и критика силовых структур власти, с вашей легкой руки приобретает сейчас ровно обратный смысл. Это очень грустно. Нет, это не грустно. Не грустно. А что дальше? Блять, а дальше? Ответь.